Всех приветствую на канале. 24 февраля. Сегодня проснулся под взрывы. Начало 5 утра. Новости неприятные в Украине. В данный момент я проживаю в Днепропетровской области. На заправках выдают по 20 литров бензина только. В Харькове рекомендуют спускаться в метро, бо обстрели, говорят. Я пакую медальки свои. Слаживаю. Курс доллара поднялся. Продажа чи покупка до 35 гривен, а продажа до 50 гривен в отделениях. Видел фотографии, видео. Так что убирайте луты свои из аукционов. На данный момент главное не паниковать в такой ситуации. Ходил в АТБ хлебушка купить. Там очередя просто капец. Выгребают все. Все гребут. Новости вообще лучше нежелательно смотреть, вот только расстраиваться. С завтрашнего дня говорят, что будут прослушиваться телефонные разговоры и переписки. В разных сетях. Конечно, 21 век, и такое в странах происходит. Что-то будет страшное.
так вот.